Онкологи республики осваивают новое оборудование, которое поступило в диспансер благодаря национальному проекту здравоохранения. О возможностях новой техники и как они помогают врачам выявлять и лечить рак, Татьяна Иванова. С началом реализации национального проекта в республиканский онкодиспансер поступило 13 видов высокотехнологичного оборудования. Врачи уже активно осваивают с помощью новой техники и более современные способы диагностики и лечения. Эндовидеоскопический комплекс дает возможность видеть на большом экране все органы и с максимальной точностью удалять патологию. Все оперируют специальными электрохирургическими инструментами, которые, во-первых, они обеспечивают надежный гемостаз, то есть если им рассекаешь ткань, у тебя ничего не кровит, вот, ну и становится возможно выполнение вот таких вот операций. Заглянуть внутрь организма врачи могут и с помощью эндоскопического оборудования. Отличное качество изображения, максимальная видимость дают возможность с высокой точностью проверить пищевод, желудок, кишечник и выявить онкологию на ранних стадиях. Пациенты отмечают, что процедура стала облегченной и хорошо переносится. Позволяет нам выявить изменения слизистой более маленьких размеров, видеть на экране, и под увеличением. Образцы тканей врачи направляют на гистологию и уже под микроскопом исследуют опухоль. В помощь клиницистам поступил цифровой сканер гистологических образцов. Он дает возможность рассматривать клетки в полноразмерном изображении. В сложных случаях консультироваться с федеральными центрами, передавая изображение по интернету. Сразу два томографа, компьютерный и магниторезонансный, установили в поликлинике диспансера. Сейчас идет процесс наладки оборудования. Оборудование современное, парк наш расширился, этому мы очень рады и надеемся, что сроки ожидания высокотехнологической медицинской помощи нашим пациентам сократится, ну, наверное, вдвое. В этом году онкологи ждут очередную партию оборудования. В этом году будет закуплено 9 единиц высокотехнологичного оборудования, в том числе это линейный ускоритель почти последнего поколения вместе с КТ-топометрией. Линейный ускоритель необходим для проведения лучевой терапии. Для того, чтобы победить рак, онкологи используют разные способы лечения. Это так называемый мультидисциплинарный подход. И с помощью нового оборудования врачи намерены спасать как можно больше людей. Главное условие – вовремя обратиться к доктору. Уже в 56% случаев рак диагностируется на первой-второй стадии. И это большое достижение. Татьяна Иванова, Вадим Владимиров, Вести, Чебоксары.